У меня интересное предложение к Кириллу. Мы выйдем с ним на эпик файтинге. Я буду драться только одной рукой, а он может бить руками, ногами, локтями, коленями и бороться. Как тебе такая идея? Ну, идея интересная, я не против. Ну, страх есть, конечно. Одной рукой буду, а ты будешь все делать. Не, я понял, давай. Ну что, организаторы эпик файтинга, Анатолий Юрьевич, хардкор и все, весь здравый люд, сделайте нам этот бой. Я буду драться на одной руке, он будет применять все, что по кайфу, блядь. А я подготовлю парней от себя. Не, Лена, со мной же тоже люди. Извини, Сань. Чё, и правда, больше так не будет. Не на Майами пока, не на Майами. Я любуюсь. Матушка Русь, уеду, вернусь. Ну и кто же кого? Аккуратно, только без травм. Хорошо. Ой-ой-ой, какой проход! Игорь занял. Всем привет, братва! Мы находимся в фитнес-клубе Мегаполис. Вот он, наш крутой фитнес-клуб. И к нам пришел сегодня в гости скандально известный Артур Кулинский Акап. И скандально известный красавчик Рукобазука. Короче... Всем привет. Погнали. Арчи, привет. Расскажи, привет. Когда была последняя тренировка у тебя? Последняя тренировка была месяца два назад, наверное. После боя ничего не делал, тунеядствовал, и, то есть разлагался. Сейчас для меня побить лапы, я не знаю, сколько они сил у меня отнимут, короче. Ты красавчик, я видел твой бой, сколько раз ты вставал. Расскажи свои ощущения, как ты себя чувствовал, что заставляло тебя вставать и двигаться я дальше? Я просто перед боем посмотрел фильм «Рокки Бальбоа», короче. Блять, какая часть, не помню, где он падал и вставал постоянно, короче. Я прям щебанул, короче, и так в эту, вник в эту картину, думаю, это я. Все, красавчик, еще раз пожму тебе руку, лучший просто, Кирюхе тоже салам. Парни, залетаем к нам в клуб, и я вас познакомлю с нашей движухой. Перед шагами двигаемся, ручка в подворот, конечно. Вот здесь. Вот так, кости вот сюда вставляю, защищаешься, чем уже. Давай легкую, Сань, по-братски. Легкую, больше школы. На меня, идешь. Да, да. Хорошо, хорошо. Не, голову вперед. Вот так. Открывай. Голова туда, смотри. Вот как будто вот туда идешь, понял? Вот так голова. Не вот так, а вперед. Смотри, на удар. Ты вот так. На удар. Нет, на меня смотри. Сейчас Саня тебе объяснит. Уходим за руку. Уходим за руку. Тем самым отличаем эту сторону полностью. И отсюда можно контратаковать. Вот сюда мы, если уходим, уходим под правый прямой. Понятно? То есть сворачиваем. То есть все время уходим за руку, да, отличая эту сторону сразу. Сюда ушли. Сюда ушли. О, хорошо. О. Так, ну что, построились сами, вставай тоже. Теперь я, тренер, перехватываем инициативу. Ножки чуть шире плеч сначала, вот, встали. Зачем, зачем вообще нам бокс? Зачем вообще удары? Для чего? Защищаться? От кого? От нападения. Защищаться от нападения? Удар. То есть защищаться от нападения? То есть защищаться от нападения ударами? А если противник в два раза сильнее тебя, и ты научился бить, ты будешь защищаться от него ударами? Я, наверное, защищусь от него словом и актерским мастерством и сглажу конфликт настолько, что он может стать моим самым лучшим другом. Ну а для тех, кто хочет пробивать головой стенку, то есть встаем, ножки чуть шире плеч, плечи вот так сделали, вот так вот. Нет, вот так, наравне, как будто вот здесь линия, и мы вот так вот стоим на ней. Плечи расслабили, вот здесь все не сковано. Просто вот опустили руки, опустили, опустили, плечи расслабили. Вот так вот сделали, руки не напрягаем, кулаки сжали и вот сюда вот прям в кости поставили, вот сюда, вот здесь, вот смотри.
как? Вот сюда вот здесь. Вот сюда, как будто упор чуть-чуть прям. Упираемся. Локти там поуже. Оп. Смотри, вот здесь костяшками поставил. Вот так сжал. Вот сюда прям. И все, все расслаблено. Просто мы просто подняли и вставили в костяшки вот здесь. И теперь вот встали прямо и кулачки у нас сжаты вот здесь, а здесь расслаблены. Повернули левое плечо вперед, просто левое плечо. Без удара. Без удара. Правое. Смотрим прямо. У нас есть математика в школе, все учились 5-6 класс. Вот у нас такая ось идет, как она называется, не помню. И вот такая. Это у нас на месте стоит, а это у нас двигается вот так. То есть вот мы прямо встали, левое плечо вперед, оп. Правое, левое, голова стоит на месте. И теперь правое плечо выдвигаем и вместе с тем делаем удар. Оп, левой рукой, оп. Голова стоит прямо, смотрим, смотрим. Базука, руки поуже. Руки поуже, правой рукой, оп. Оп, все, встряхнулись, встали. Также подняли ручки. И теперь боковой удар начинается с локтя. Начинается с локтя. Вот поделали вот так своим локтем. Кулачок вот здесь на месте, а локтем вот так вот смотри. Уже. Ты не можешь, да. Смотри, корец. Вот так уже поделал, вот так. Другой рукой. Вот плечо, заводим плечо. Чувствуем, вот у нас весь корпус стоит, все мышцы стоят. А мышцы, плечо у нас и рука вот так вот нежно, аккуратно, дон работает. Оп, оп. И теперь вместе с тем заводим удар. Делаем боковой, оп. Попробовали, довернули ножку. Другой рукой, оп. С плеча, оп, с локоточка. Ручки сжаты, вот с локоточки взяли. Оп, оп. Встали. Теперь правый, левый, боковой, боковой, правый. Левый, боковой, боковой. Ай, красавчики, все. Ну а теперь отрабатываем. Все, давайте поборемся. Давай, руки пожали. Что, бомбу, давай, да? Да давайте до сабмишена, до сдачи. Чего еще раз? До сабмишена, сдача это 3 раза постучать, понял? Я не понимаю. Смотри, короче, ну станет тебе больно, плохо. Давай, приготовились? Руки пожали. Борьба. Ну и кто же кого? Аккуратно, только без травм. Хорошо. Ой-ой-ой, какой проход. Игорь, за... Кирилл. Кирюша, ты что творишь? Акап выходит из такого положения. Господи, что происходит? Каша, конечно, ну еще. О! Акап стучит, все, отпускай! Братан, аккуратнее. Артурчик, что случилось, брат? Ничего, блядь, на челюсть болит, нахуй я вообще борюсь, блядь. Мне на лапах надо работать. Я могу проявить свой дух, характер, то есть, если кто не верит, мне абсолютно без разницы. Я для себя знаю, что я могу это сделать. Мне нету смысла травмироваться. Просто ради чего? Ради там, блядь, 500 тысяч, 600 тысяч, миллиона там выйти и сломать себе ебало. Ну, я не хочу. Ребят, вышел, ну, по борьбе с Акабом. Ну, естественно, скорее всего, он не вовсю был. Но все равно мне тяжело, у меня одышка там, ну, есть уже за 2 минуты. Но все равно мне понравилось. Может быть, я, да, ну, решусь, вот если он готов с одной рукой выйти, я готов на организацию. Ты такое смелое заявление делаешь. Ну, я с одной рукой... С одной рукой, но я тебя ебашить ей буду. Ну да, базара ноль. Слева, одной левой, я вот так встану, ноги, ты борешься, локтями бьешь. Я просто в стойке, одной левой бокс, а ты что хочешь? Если ты меня завалил, я только защищаюсь. Никакой болевой я не делаю и не бью. Но я тебя в стойке, я тебя ебашу. Ну, по-настоящему, как да. Все есть. Есть, давай предложим организаторам. Да, давайте, ребят, я готов против Акаба выйти на организацию, организуйте бой, правильно. Да. Потому что 2 руки и ноги, это как бы преимущество, он одной рукой.
Просто я сломал челюсть, но не забывай, что пизды ты, скорее всего, получишь. Ну, я думаю, я не знаю. Ну, ради шоу, ради наших зрителей, тех, которые нас любят, можно это сделать? Показать? Да, можно. Чё, кого там, блядь? Красивый бой. Всем от души, подписчикам руки-базуки жмем руки, подписчикам Макабы жмем руки.